Мы уже рассказывали, как в среду медицинских работников поздравляли региональные власти. В пятницу праздничное мероприятие прошло в детской областной больнице, лучшим специалистом которой заслуженные награды вручил председатель Тверской городской думы. Этот комплекс зданий между набережной Степана Разина и Рыбацкой улицей знаком многим семьям Тверской области. Теперь один из корпусов украшает памятная доска в честь Ольги Александровны Веселовой, первого главврача детской областной больницы. В этом году исполняется 100 лет со дня ее рождения. Ее сын, который тоже пошел по стопам мамы и стал медиком, отмечает, что Ольга Александровна жила своей работой в режиме 24/7. У нас, как вам сказать, была не квартира, а некий филиал, что ли, штаб какой-то. Телефон поставили ей, он постоянно звонил, и постоянно приходили люди, постоянно были какие-то совещания, заседания, какие-то бумаги, что-то. Это было и днем, и ночью. Сейчас детская областная больница – это полноценное многофункциональное медучреждение. Здесь юным жителям региона оказывается самая профессиональная помощь, руками в том числе и этих врачей и медсестер. В том числе это потому, что всех в актовом зале по случаю предстоящего профессионального праздника собрать, естественно, не получилось. Работу никто не отменял. Но тем, кто сумел выкроить время, были вручены заслуженные награды. Среди тех, кто говорил слова поздравления, и спикер городской думы, который и сам медик с многолетним стажем. Областная детская больница всегда была передовой больницей в области, потому что вы лечите детей. А для нас, для всех, дети самые важные в жизни. Поэтому мы отдадим все, чтобы наши дети были здоровы. Поэтому вам низкий поклон от депутатов Тверской городской думы. Сразу после окончания торжественной части эти медики поспешили по рабочим местам, на которых многие из них проведут и свой профессиональный праздник. Ведь у больниц выходных дней не бывает.